Так, ребят, я ни хрена не понял, что произошло. Сейчас я заново начну. Вот. Покажу вам ролик. Какая-то хрень просто, я не знаю. У меня все отвалилось, короче, просто-напросто. Я не знаю, по какой причине. Вот. Может быть, это мой интернет, может быть, это не мой интернет. Джим, ты меня слышишь? Джим, где ты? Гуф, концерт, да, скоро дал просто. Встречи. Тут никого. В скуфлайне. На кабелях затусовал с пацанами. Я думала над тем, что ты сказал. Бутылки с дырками во там. Мне живет тьма, Джим. Ты и не только, мне. И без. Мне сами нужно, поняли. Чтобы ты услышал меня. Интернет гуфанулся. Был пойман повстанец Джим Рейнер. Сразу после допроса он был казнен. Император Менгск заявил. Граждане Доминиона, наконец-то этот кошмар закончился. Террорист Джеймс Рейнер мертв. С его смертью наступает эпоха мира. Протосы покинули пределы Доминиона. Угроза со стороны зергов ликвидирована. Рой обезглавлен и разбит. Вскоре мы истребим всех оставшихся на чаре зергов. Одним словом, это победа. Мир и безопасность восстановлены. Спите спокойно, сограждане. Менгск. Система навигации включена. Курс территории зергов. Подтвердите. Подтверждаю. Керриган красотка. Скоро красивей станет. Нечего с корабля было улетать, правильно? Корабле бы утешили, психолог, тоже там тоже негр где-то тусуется, с дреды похожи там, все дела. А так, понимаете, ну вот, когда одна пригорела эти дни, там все дела там. Поехали. Ну что, куда попрем-то сейчас? Куда попрем-то? На Чарль, на Калдир? Я обычно синий начинал. Дайте голосовалочку пильну. Голосуем. Так, ну что, 43%, 42% чар, 39% калдир, 40-41%, вообще поровну. Калдир перевешивает, чар перевешивает, 146 человек проголосовало, вообще 43-40, 39%, 42-41%. Короче говоря, как-то так не выяснить. Давайте я по новой запилю, без неважно, важно всем. Голосую, новая голосовалка, куда калдир, чар, два варианта, голосуем, короче. Все голосуйте, не попрем. С
Пацаны со СК2 ТВ, это на Good Game идет голосовалка, чтобы я результаты видел. Big and Japan, спасибо за подписку на премиум. Рейтесь у меня на канале на всякий случай. Я вижу, что вы советуете. Как-то так. Да все равно 51 на 49%. Что ж так? 50 на 50. 158 человек проголосовало, а поровну. Калдир 52, Чар 48. Жду еще, считаю до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 51% Калдир, 49 Чар. Сейчас наоборот стало, короче. Короче, Калдир. Монетку, да, кидаю монетку, ладно. Так уж и быть, раз вас поровну всех, чтобы никому не обидно было. Орел, Чар, Калдир, Решка полетели. Как там у меня было? Что у меня, что было? Решка у меня выпала. Я что-то уже забыл. Орел, Чар, а точно, Орел, Чар, Калдир, короче. Вот, все, поехали. В перехваченном сообщении Доминиона говорится, что Рой раскололся. Мать стаи по имени Нафаш отправилась со своим выводком на ледяную луну Калдир. Согласно последним донесениям, там есть и протосы. С большой долей вероятности Нафаш сражается с протосами за главенство над Калдиром. Считается, что ее стая состоит из высокоразвитых и очень опасных зергов. Ну, очень опасные зерги. Придется сюда идти. Конечно же, ребят. Нам нужны очень опасные зерги, а не просто какие-то там беспонтовые зерги. Я помню, что там роучи имбовые дальше будут. Ну и грейдить можно. Привет, что ты имеешь в виду, не понимаю. То есть переводить, я ж не переводчик. Обнаружены зерги. Хорошо, они признают меня своей королевой. Иначе я буду убивать их одного за другим, пока они этого не сделают. Кто ты? Королева, ты не помнишь меня? Я Исша. Ты использовала меня для хранения своих мыслей, идей и планов. Да, я помню тебя. И что куда важнее, ты тоже помнишь меня. Ты королева клинков. Конечно же, я повинуюсь. Прекрасно. Призови Рой. Мы уничтожим Кархал. Рой разрознен. Он не ответит на твой призыв. Большинство зергов на Калдире находится под командованием матери стаи Нафаш. Она хочет создать свой собственный рой. Пока она жива, рой будет разделен. Это будет продолжаться недолго. Отдай приказ о посадке. Так, открытие, церемония, все будем смотреть. Во сколько, кстати, она открытие? В 10 церемония или раньше начинается? Я хз. Надо все посмотреть. Что, почему нет-то? У меня же тикет есть, Илюха давал, кстати, Илюх, если тут продублируй, еще раз там ВКонтакте где-нибудь я это все сделаю. Проходятся здесь все планеты, не волнуйтесь, просто тут порядок как бы прохождения, тут на самом деле вообще ни о чем, как бы вопрос, инкубатор, поговорим. Скажи мне о Левиафане. Это существо, главный нервный центр всего Роя, отсюда ты будешь командовать зергами. И он может перенести меня на любую планету? Конечно, моя королева. Но численность наша невелика. Прежде чем завоевывать другие планеты, возможно, стоит увеличить свою армию здесь, на Калдире. Позволь мне решать стратегические вопросы. Что еще ты можешь рассказать о Левиафане? Ты можешь управлять развитием Роя из эволюционного отсека. Существо Абатур поможет тебе в этом. Все, здесь поговорили. Разведчики сообщили, что Нафаш возвела здесь улей, но вскоре покинула его. Она ушла в эти ледяные пустоши. Наверное, там базируются и протосы.
Стенар, хз, хз, что там за приколы такое, такие мне просто дало Люка. Так-то можно и без тикетов смотреть все прекрасно, но я думаю, что так лучше будет, как бы. Больше сцен. Кто ты? Абатур. Развитие Роя. Изучение ДНК. Служил сверхразуму, потом королеве клинков. Теперь служу тебе. Я и есть королева клинков. Другая. Изучаю генный материал. Королева клинков была эффективным существом. Качество древних зергов. Слабое влияние генов тиранов. В тебе гораздо больше тиранских тканей. Передние конечности плохо сконструированы. Могу усилить. Верну, будут лучше. Не прикасайся ко мне. Единственная цель — эволюция Роя. Ищу совершенство во всем. Работаю в эволюционном отсеке. Здорово, тигры. Ну да, этот-то лепит еще. Я помню, развитие, что... Развитие видов жизненно важно. Начни с зерганов. Я помню, что первый раз, когда я проходил тогда, вот до этого, когда выходил Ходс, вот, мы угорали, сколько слова раз эссенция здесь повторяется в компании. Вот просто обратите вы внимание, я думаю, на это. Улучшить три варианта мутации. Выбери мутацию. Я запущу процесс преобразования вида. Усилю боевой потенциал. Мутация вида непостоянна. Могу изменить в любое время. Вульфганчик, голос Абатура надо на донат запилить. Ну да, такой, ну вот, серьезный голос, я бы сказал. Так, запас здоровья, скорость атаки, скорость передвижения на 60%. Ну, естественно, скорость передвижения. Погодите, а здесь не надо ничего подтверждать. Просто выбрал и все, по-моему, да? Потом поменять можно. Вроде как да. Ну, мув, он как бы без мува линги, они не очень, поэтому... Погнали, короче. Нафаш и ее стая отправились в ледяные пустоши, чтобы сражаться с протосами. Я не знаю, захочет ли она присоединиться к нам по доброй воле. Так, какие разговоры-то? Так. Чё там за базар? Рой страдает на этой луне. Я думала, ты подготовил моих зергов к таким условиям. На Калдире холодно, как в открытом космосе. Защита от такого холода не нужна всему Рою, только Левиафанам. Ты пытаешься оправдаться? Разработка необязательных механизмов адаптации затратна. Излишне сложно. Раньше было не нужно, теперь нужно. Поищу местную фауну. Добуду полезную для Роя эссенцию. Выполняй. Ну все вроде со всеми. Последнюю миссию сразу прошел, но там легко, как бы с переманкой, поэтому. От времени на этой луне случаются ледяные бури, вызывающие мгновенное похолодание. Одна из них скоро начнется. Во время бури температура падает настолько стремительно, что почти вся тепловая энергия мгновенно рассеивается. Запись Вола на главный. Сейчас все быстро выкладываем, следите. Просто пока они бушуют,
Твои войска будут заморожены. Просто Андрюха аспирант выкладывает. Я чувствую присутствие местной фауны. На мыло не приходит. Матриархов этих животных. Ну, скоро сделаю так, чтобы он от моего имени выкладывал. Которая поможет нам адаптироваться к холоду. Все нормально будет. Это, кстати, в первом Старкрафте безобидные мишки. Что теперь? Мне надо найти матриарха Урсадонов и получить ее эссенцию. Тебя никто не... Да? Тебя не... Этот зерг дикий. Его не контролирует никакая высшая сущность. Рой жаждет. Выкладывай. Я слушаю тебя. Еще один дикий зерк. Что-то здесь не так. Говори. Рой жаждет крови. Что-то здесь не так. Надо найти матриарха Урсадонов. Что теперь? Началась ледяная буря. Войска заморожены. Урсадоны. Их матриарх поблизости. Сильная эссенция. Поглотить эссенцию местной фауны. Рой будет защищен от холода. Бить меня идут. Ледяная буря подходит к концу. Да. Говори скорее. Эссенция ассимилирована. Рой стал устойчив к сверхнизким температурам. Превосходно. Я чувствую, что база на фаш где-то рядом. Раненые тараканы могут закапываться, восстанавливать здоровье. Что теперь? Стая на фаш. Протосы уничтожили ее. Я пробужу этот улей. Протосы почувствовали пробуждение улья. Они знают, что мы здесь. Королева клинков! Ну что с тобой? Ты слаба. Ты снова стала человеком. Протосы. А я все думала, когда же вы покажетесь. Мы должны отправить весть на Шакурац. Они пришлют золотую армаду и уничтожат тебя. Иша, скажи мне, что протосы вне зоны досягаемости Шакураца. Так и есть, моя королева. Но у них есть шпили пси-связи, которые могут усилить их способность к псионному общению. Тогда мы уничтожим эти шпили, прежде чем протосы смогут их активировать. Может, уже активировали. Хитрые какие. Рой жаждет крови. Говори. Рядом есть еще матриархи. Добыть эссенцию, повысить боеспособность Роя во время бури. Боеспособный Рой — это хорошо. Если выдастся возможность, я обязательно займусь матриархами. Говори скорее. Что теперь? Выкладывай. Рой жаждет. Тебя никто не спрашивал. Да. Рой жаждет. Воины, задержите ее! Навяжите ей бой! Я слушаю. Что теперь? Говори скорее. К улью приближаются протосы. Что теперь? Говори скорее. Что теперь? Скоро начнется ледяная буря. Пока она не закончится, протосы будут уязвимы. Протосы беззащитны. В атаку! Okay.
Рой, говори. Это мой мир. Я сокрушу. Рой жаждет крови. Выкладывай. Вперед! Погода. Говори. Ледяная буря почти закончилась. Выкладывай. Рой не где? Да. Рой жаждет крови. Говори скорее. Выкладывай. Ясно. Так, все ушли отсюда. Тебя никто не спрашивает. Выкладывай. Что теперь? Тут, кажется, тоже надо за пару будь там, или за одну, или за три, так сказать, ну, как-то за сколько-то этих снежных будь все ликвидировать. Наши войска атакованы. Да. Я сокрушу любовь. Говори скорее. Рой жаждет крови. Это мой мир. Скоро разразится буря. Мало времени. Выкладывай. Вперед! Тебя не... Рой жаждет крови. Разразилась ледяная буря. Нужно пользоваться моментом. Уничтожить протосов. Говори скорее. Рой. Так, пилона надо вырубить. Покончим с этим. Рой жаждет крови. Что теперь? Что теперь? Говори скорее. Выкладывай. Ледяная буря подходит к концу. Вперед, да. Говори. Да, я помню, тут у Шадона эти быковать еще будут наламываться. Это я тоже что-то помню такое было. Рой жаждет крови. Я слушаю тебя. Яй. Сюда нужно Дранческо приводить. Плен. Рой. Рой жаждет крови. Тебя никто не спрашивал. Что теперь? Говори скорее. Что? Рой. Первый шпиль уничтожен. Даже если ты уничтожишь шпили, мы сумеем передать весь наш Акурас. Твое время на исходе, Керриган. Скоро сюда прибудет Золотая Армада. Да. Говори скорее. Что? Скоро начнется ледяная буря. Так, буря, буря. Я слушаю тебя. В ледяную бурю Урсадона, вот сейчас, по-моему, они как-то поломятся. Что они хитрые, эти Урсадоны. Эти медведи ледяные. Рой жаждет крови. Началась ледяная буря. Да, вот они. Чекуша. Протосы беззащитные. В атаку. Какие протосы, медведи ломятся. Говори ломятся. Скорее. Что теперь? Да. Сейчас базу поедят. Я слушаю тебя. Покончим с этим. Тебя никто... Да? Рой жаждет крови. Что теперь? Рой, да. Новая порция эссенции полезна. Улучшено зрение в условиях ледяной бури. Буря заканчивается. Что?
Так, грейды все есть, вроде все есть. Короче, да. Надо идти. Выкладывай. Тебя никто не спрашивал. Погонь, что теперь? Да, вот он потом. Тебя никто не спрашивал. Что? Тебя. Что теперь? Я. Рой жаждет крови. Я слушаю. Говори скорее. Говори скорее. Выкладывай. Да? У нас мало времени. Я слушаю тебя. Скоро начнется ледяная буря. Нафаш, я не слишком надеялась найти тебя живой. Протосы заплатят за содеянное втройне. Выкладывай. Буря начинается. Так, попёрли. Этому... Да? Тебя никто не... Говори скорее. Выкладывай. Тебя никто не... Рой жаждет крови. Выкладывай. Рой жаждет крови. Рой не знает усталости. Я слушаю тебя. У нас мало времени. Да? Что теперь? Я слушаю тебя. Говори скорее. Ледяная буря подходит к концу. Что теперь? Чуть точек отступим. А теперь на развороте примем бой. Да. Говори скорее. Тебя никто не спрашивает. Рой жаждет. Я слушаю. Говори. Выкладывай. Тебя не... Рой жаждет крови. Наши войска атакованы. Что тебе? Так, да. Продолжаем биться. Говори скорее. Атакует улей. Дерьмо, Билли. Что теперь? Скоро начнется ледяная буря. Тебя никто не спрашивает. Наши войска атакованы. Говори скорее. Я слушаю тебя. Что теперь? Так, а там это-то. Началась ледяная буря. Так я и думал. Остался сейчас. Остался еще один. Садоны полезут. Воины Шакураса одолеют тебя. Вот, вот они идут уже. Я слушаю тебя. Здесь они прут. Тебе, да. Здесь-то откуда? Я слушаю. Что тебе? Я... Буря заканчивается. Рой жаждет крови. Да. Рой жаждет. Я слушаю тебя. Ассимиляция эссенции закончена. Рой приспособлен к боям во время ледяной бури. Тебя никто не спрашивает. Так, уходим здесь. Что? У нас. Вы... Тебя никто не спрашивает. Рой жаждет крови. Вы... Что тебе? Выкладывай.
что теперь? Я иду. Пойдем нажимать уже. Через мгновение начнется буря. Рой жаждет крови. Слева от последнего Урсадона Артас. Говори скорее. Разразилась ледяная буря. Жаждет крови. Да. Здесь, что ли? Чё-то не вижу никого. Тебя никто не... Ройжа. Не туда, походу, я смотрю. Ройжа. Говори скорее. Говори скорее. Я сокрушу любые преграды. Тебя никто не... Рой жаждет. Да? Я тебя. Ледяная буря подходит к концу. Ри скорее. Да? Я жду. Прежде чем атаковать эту укрепленную позицию, нужно дождаться ледяной бури. Ладно, ничего, у меня тут уже 200 Рой. Лимита. Здесь уже изи. В яме здесь. А, вот тут вот. Ну, сейчас приведем Линга. Выкладывай. Что тебе? Да? Рой, что тебе? Куда поехала-то? Вот в этой яме или в какой? Месторождение минералов выработано. Как повернуть туда, я не понимаю. Через мгновение начнется буря. Я слушаю тебя. Говори скорее. Рой жаждет крови. Что-то я не понимаю, как камерой прокрутить сюда. Месторождение минералов выработано. Мини-карта все прикрывает. Не, ну так точно невозможно. Началась ледяная буря. Враг атакует улей. Как смотреть туда, еще не пойму. Месторождение минералов. Повело, блин. Наши войска атакованы. Камеру можно крутить так. Наши рабочие атакованы. Месторождение минералов выработано. Наши рабочие атакованы. Ну, ледяная буря против никак. А я что делаю? Я камеру и поворачиваю, просто она как-то... А, вот так вот. Все, понял. Наши месторождение атакованы. Минералов выработано. Наши войска атакованы. Наши войска атакуют улей. Так. Я сокрушу любые преграды. А, все понял. А, так видно же вроде, это не? Это мой мир. Вот он. Я просто не вижу. Атакует вот он. Улей. Вот же он. Вот он. Наши войска атакованы. Я иду. Рой жаждет. Ладно, зовите, короче. Что тебе? Тебя никто это не... все мотня, да. Как говорил один выкладывай. Человек. Выкладывай. Я слушаю тебя. Хрена, короче, меня поели тут. Обладали всю буря. Туловище. Ну, тут козлы-то, а? Ну, ладно. Ничего страшного. Враг атакует. Экспедиция протасов не сможет связаться с Шакуросом. Теперь мне откуда ждать помощи.
А чё? Поехали. За 15 минут надо пройти, но не стремлюсь к скорости здесь я. Моя королева, мы захватили пленницу. Она говорит, что занимается исследованиями. Я не давала приказ брать пленных. Она была нужна Абатуру для вскрытия. Зачем? Он не сможет использовать генетический материал протосов. Ему нравится пробовать. Не убивайте ее пока. Возможно, я смогу найти ей применение. Так, ну... Моя королева, теперь в своих покоях ты можешь изменить набор активных способностей. Сейчас прикольная миссия, кстати. Стая Нафаш снова стала частью Роя. Когда протосы напали, Нафаш вернулась на подготовленную позицию в пустошах. Протосы отправились за ней. Она была умной, осторожной и упорной. Но она сделала одну ошибку. Сбежала. Так. Хорошо ли проходит охота, моя королева? Слишком много крови. Протосы убили бы тебя, если бы у них была возможность. Они не зерги. А это означает, что они враги. Все так просто. Для зергов да. Чтобы моя королева не потеряла, она приобрела важную вещь. Чистоту эссенции. Ты — воплощенная воля зергов. Хитро-то как все, а? Давайте сначала... А о, Керриган. Это твои персональные покои. Здесь можно изменить нейронные пути и подготовиться к битве. С ростом силы перед тобой будут открываться новые. Пользователь Go0Black активировал премиум на ваш канал. Набор может быть изменен в любой момент. Короче, здесь можно по пассивной ветке, как бы, ну, вот, ХП больше, реген больше, сплэш дэмэдж, там вот этот глейвом, короче. А можно магические, типа, но вот, вот это 300 дэмэджа, это вообще всю игру им менять нет смысла. Вот это вот единственное, как бы, ну вот хрен знает, что это лучше, что ли, тоже нет. Просто можно по приколу, в последних миссиях как будет максимум, да, там по пассивкам раскачаешь, чисто, там есть скилл, где чисто ускорялка, как будто, с каждой атакой, да, временно повышается на 15, максимальный бонус скорость 75%. Вот, такую хрень можно. Причем много вариантов можно сделать. Тоже, ну, запарили, сделали. Что я могу сказать? Поговорим с братишкой. Что это за звуки? Неудачные эксперименты. Переработка в биомассу. Медленный процесс. Мог бы сначала убить их, чтобы прервать их мучения. Напрасные усилия. Существа скоро погибнут. Боль не имеет значения. Абатур, когда ты говоришь подобные вещи, я почти вспоминаю кое-что о тебе. И чувствую злость. Злость – результат воздействия адреналина. Реакция на угрозу. Я не представляю угрозы. Злость напрасна. Не тебе это решать. Походу, Керриган там делал он. ХЗ, я не знаю, три брони. Ну, пусть будет три брони, пока будет, я не знаю, потом можно поменять, если что, как бы. Что вы здесь делаете? Изучаем Луну.
Пытаемся выяснить, можно ли изменить скорость ее вращения и улучшить климат. Понимаешь, мы обычные колонисты, а ты убиваешь нас. Если я оставлю вас в живых, вы тут же призовете Золотую Армаду, и тогда мне конец. Убить тысячи, чтобы спастись самой? Это твое оправдание? Я не пытаюсь найти оправдание. Здесь нет правых и виноватых. До этого протосы убили миллиарды зергов. У всех нас руки в крови. Может, мои по локоть, а твои по запястье. Но все равно мы обе убийцы. Вот так вот дело. Протосы все еще пытаются предупредить Шакурос о том, что мы здесь. Они готовятся запустить челноки на Шакурос через канал искривления. Угу. А, все, помню, здесь перехватывать, а потом прикольная миссия после вот этой будет, где как раз мы используем эту протосовскую женщину, я не знаю, если можно так сказать. Протосы готовят челноки к запуску. Канал искривления. Но куда же он ведет? Я чувствую миллионы протосских разумов. Это Шакурос. Если хотя бы один челнок пройдет через канал, то на Шакуросе узнают о том, что мы здесь. Значит, нам нужно разрушить канал. Нет, на Шакуросе это заметят. Единственный выход — сбивать челноки протосов. Гидролизки на фарш. Абатур, ассимилируй их эссенцию. Гидролизк воссоздан. Возможно, мутация из личинки. Мне нужно больше гидролизков, чтобы уничтожить челноки. Тебя никто не спрашивал. Рой так. Жаждет. Невыполнимая команда. Пользователь Lev699 активировал премиум на ваш канал. Говори скорее. Тебя никто не спрашивал. Я слушаю тебя. Говори скорее. Тебя никто не спрашивал. Да. Моя королева, протосы запустили челнок. Он направляется к каналу искривления. Какой сюрприз. Что ж, нужно сбивать его. У нас нет выбора. Так, будем сбивать челнок, что я могу сказать. Я слушаю тебя. Да. Я... Что теперь? Говори скорее. Выкладывай. Я слушаю тебя. Я слушаю тебя. Тебя никто... У нас мало времени. Это мой мир. Я слушаю тебя. Я слушаю тебя. Я слушаю тебя. Что теперь? Так. Погнали базу брать уже. Что теперь? Выкладывай. Рой жаждет крови. Теперь этот улей принадлежит Рою. Атакуйте улей! Наши челноки должны прорваться! Эта планета станет вашей ледяной могилой. Челноки с баулами такие, знаете? Просто. Рой жаждет, да? Тебя не... Говори скорее. Что теперь?
Моя королева. Протосы занимались сбором биологических образцов. Они хранятся в этих стазисных камерах. Если получится, мы уничтожим эти камеры и получим биомассу. А эссенцию мы не получим случайно? Протосы запустили еще один челнок. Его сопровождают боевые корабли. Ты нас не остановишь, Керриган! Выкладывай. Тебя никто не спрашивал. Да. Рой жаждет крови. Выкладывай. Сейчас надо пару гидралов пусть запилить. Рой жаждет. Да. Я сокрушу Люк. Я слушаю. Тебя никто не спрашивал. Рой жаждет крови. Я... Что теперь? Я слушаю. Выкладывай. Тебя никто не спрашивал. Наш рассад атакованный. Это мой. Рой жаждет крови. Рой жаждет... Тебя никто не спрашивал. Покончим с этим. Тебя никто не спрашивал. Но тут колосс гуляет, как бодрый. Атакует улей. Протосы собирают силы для атаки на наш улей. Откуда собирают? Сэр Джикерн поддержал ваш канал на сумму 444 рубля ровно, пока счетчик эссенции застыл на 11, но все еще впереди. Спасибо, сэр Джикерн. Очень приятно, ребят. Жду вместе с вами с нетерпением Близкона. Кампанию за сегодня навряд ли я успею пройти, это очевидно. Ныне момент. Вот. Но в любом случае будет интересно. Рой, я слушаю тебя. Вперед! Выкладывай. Говори. Долбанные гидралиски. Протосы снова запустили челнок. Он движется в неизвестном направлении. Они открывают другие каналы. Я чувствую еще как минимум два. Да? Куда движется? А, вот, все, понял, куда движется. Я. Что теперь? Тебя никто не спрашивает. Рой жаждет. Много биомассы. Хорошо. Можно использовать для улучшения роя. Что теперь? Тебя никто не спрашивал. Говори. Выклад. Рой. Говори скорее. Я слушаю тебя. Рой. Да. Да. Я слушаю тебя. Хрена гидре стало. Что теперь? Хороший дезаказик. Я слушаю тебя. Рой. Рой жар. Да. Рой жар. У нас мало вы. Что теперь? Говори скорее. Это мой мир. Да. Я тут. Что? Тебя никто не... Так, Роуч, ворона-то у меня нету. Атакованный. Что теперь? Тебя никто... Вы... Да? Выкладывай. Улучшение завершено. Тебя никто не... Мочил 70-й уровень Керриган. Там надо все выполнить, говори, чтобы ее взять, или я что слушаю, там сделать, я просто уже не помню, честно, я в ХОЦ компанию. В ВОЛ я гораздо больше компанию играл, чем в ХОЦ. Ну, ХОЦ уже где. Атакованный. Да? Выкладывай. Тебя никто не спрашивал. Я слушаю тебя. Что теперь? Говори скорее. Товарищи, ребята стоят тут мои.
Нашего месторождения нет. Как это так-то? Рон, тебя никто. Тормалка поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Энтароти Садар. Запускают челноки с новой базы. Что ж, это усложняет нашу задачу. Говори скорее. Рой не знает. Тебя никто не спрашивает. Ну я вот здесь сейчас перехвачу, чтоб... Выкладывай. Сильно задача не усложнялась. Говори. Пожалуй. Тебе. Что ты здесь? Атакованный. Вы... Да. Вперед. Да. Рой же, я слушаю тебя. Говори скорее. Айпа поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Во славу Роя. Просто с зергами тут соперничают, что ли? Что теперь? Бывает и такое, да. У нас. Вперед. Ну, это 300, вот этот скилл, я же говорил, он просто раз минус шарит, максимально юнитов валит. Мы уничтожили еще одну камеру. Интересно, что протосы делали с этой биомассой? Выкладывай. Что теперь? Тебя никто не спрашивал. Да. Рой жаждет крови. Атакует улей. Ну, начинается, ребят. Что за хрень-то? Вы... Я слушаю тебя. Взяли Evolution так бесцеремонно и убили. Ну, как так-то? Это может быть? Я слушаю. Рой жаждет. Говори. Рой жаждет крови. Видите, здесь постоят. Выкладывай. Я слушаю тебя. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Да. Так, а где? Чего у нас? А вот, все, пришел. Последнюю камеру. Холодильник освободим. А, это не холодильник. Холодильник вон сверху. Это сюда челноки полетят, как я понял. Да. Я иду. Опа, штормец. Покончим с этим. Говори скорее. Заденусь. Рой жаждет. Теперь они запускают по два челнока. Упрямые глупцы. Да. Это последняя стазисная камера. Изучу биомассу. Поглощу. Смогу улучшить Рой. Тебя никто... Наши войска атакованы. Говори. Тебя никто не спрашивал. Рой. А что с роущими случилось? Да. Что они зацвели-то? Этому я слушаю. Рой жаждет. Рой жаждет крови. Что? Рой жаждет крови. Атакованный. Тебя никто не спрашивает. Я слушаю. Выкладывай. Я сокрушу любые преграды. Давайте, давайте. Проходим, проходим, ребята. Напомню, там просто следать ему что-то долго лететь, то ачивку не дадут какую-то там. А, это броня, понял, это супер броня. Говори скорее. Выкладывай. Тебя никто... Говори скорее. Рой. Я... А здесь есть какие-нибудь ачивки, типа поломать протосов, всех что-нибудь такое? Пусковой комплекс сломать какой-нибудь, наверное, да, что-нибудь есть? Атакованный. Говори скорее. Скорее-то всего, я так думаю. Тебя никто не... Ну, нужно ли это мне? Я сокрушу люк. Как не мыть его, вижу, как да. Зайти. Что?
Тебя никто не... Я чувствую псионную матрицу протосов. Твои войска приближаются к вражеской базе. Протосы запускают новые челноки. Скоро Золотая Армада двинется сюда, чтобы стереть тебя в пыль. Куда они что там запускают? А вот. Я говорил. Ну здесь в одном месте хотя бы все пересекается. Теперь? Выкладывай. Наши войска атакованы. Виспеновый гейзер иссяк. Говори скорее. Рони. Че, один сами сбили, да, пока да. Летел? Тебя никто не спрашивает. Генералов. Я слушаю тебя. Рой жаждет крови. Всего две волны осталось это. Выкладывай. Наши войска атакованы. Невыполнимая команда. Что теперь? Месторождение минералов выработано. Я иду. Говори, да. Рой жаждет крови. Тебя никто не спрашивал. Я сокрушу. Что теперь? Видите, вы это дерьмо уже кто-нибудь. Муху стал строить там. Рой жаждет крови. Что теперь? Вперед! Я сокрушу любых. Да? Месторождение минералов. Экстремальный никсизм. Вот это да, название мне нравится. Не зря сюда пошел. По-европейски, по-американски. Тебя никто не спрашивал. Говори, что... Ронин, я слушаю тебя. Протосы запускают новые челноки. Тебя никто не спрашивал. Атакованный месторождение минералов. Что теперь? Рой жаждет рождения минералов. Наши войска атакованы. У нас мало времени. Вперед! Это мой мир. Говори, да? Выкладывай. Рой жаждет. Что теперь? Покончим с этим. Так, чубаста мне не хватает, да, походу, у них что-то сильно как-то. Один пусковой комплекс уничтожен. Протосам придется использовать другие комплексы. Атакованный. Я иду. Да. Ой, жаркий чебяник. Ой, как мы жестко заходим-то сейчас. Ой, как мы жестко зашли сейчас. У нас мало времени. Я сокрушу любые преграды. Наши войска атакованы. Я слушаю тебя. Говори скорее. Что теперь? Виспеновый гейзер. Рой. Месторождение минералов выработано. Рой жаждет. Рой жаждет крови. Да? Что теперь? Я... Да? Рой... Что-то много тут достижений прям каких-то мне дают. Протосы запустили материнский корабль. Должно быть, его помощью они хотят скрыть челноки. Что теперь? Выкладывай. Еще один пусковой комплекс уничтожен. Все силы на защиту центрального канала. Сбить их корабли. Вот, так он прям через эти идет. Выработано. У нас
Да, как пройти? Атакованный. Что теперь? Выкладывай. Я иду. Да. Рой. Я слушаю тебя. Говори скорее. Атакует Улей. Ну, не успел все убить, но да. Много убил. Он Ройж. Наши войска атакованы. Месторождение минералов выработано. Ну ладно, Керриган погибла в конце, и, надеюсь, не было ачивок там никаких. Вот. Это последний. Теперь каналы искривления им не помогут. Мы справились. Протосы больше не представляют угрозы. Я поверю в это только когда все они будут мертвы. Так, спасибо, пацаны, всем за поддержку. Лев 699 за премиум подписку. Это что? Вообще не дать прыжок начать, помню. У меня даже два начинали прыжок, по-моему, корабля. Вот. Но это несложное. Вот это несложное вообще. Два процесских нексуса. Перехват. Еще какая-то там была одна. Я чувствую, что ненависть моей королевы пылает подобно солнцу. Но есть и кое-что еще. То, что я не могу понять. Это боль, Иша. Иногда даже ненависть не может затмить мои воспоминания. О враге, который победил тебя? Нет. О лучших временах. О друге, которого я потеряла. Моя королева, ты стала сильнее. В личных покоях ты можешь выбрать новые способности. Не челноки, а точки пуска все, наверное, уничтожить. Так, что тут по... Доступны способности следующей ступени. Чтобы использовать новую способность, ее нужно сначала выбрать. Иначе она не будет активной. Ну, вот хз. Бесполезняк какой-то. Ну, вот, что вот это, что линги возрождаются. Ну, линги мне как-то овер и supply блок давать не будут. Линги прикольно тоже, с другой стороны. Не знаю, я что-то не помню, что я даже раньше выбирал. Если честно. Ну, оверы прикольно, что они еще больше лимита дают, плюс сразу. Вот, а вот линги вот эти, хрен знает, они там, их бонус... Лингов. Ну, все равно все менять. Лингов бонус в том, что ну, они там имбовые, потом будут они как бы этот. А, тут 10 всего лингов, может, роднее, это фигня. Я, значит, овера всегда брал, я никогда лингов не видел. Это там потом линги имбовые будут, когда их прокачаешь жестко, там вообще жестко будет. Так, эволюционный отсек своим, посмотрим, что там. Как гидрала надо грейдануть будет? Новое открытие. Улучшение генетического кода зерглингов. А во. Какое улучшение? Сложно. А, тут же эти подмиссии, точно, точно, точно. Потенциально два новых вида. Скорее внедри их в рой. Виды взаимоисключающие. Гены будут мешать друг другу. Нужно выбрать один, от другого отказаться. Я хочу посмотреть на оба вида в действии. Будем посмотреть. В эволюционном отсеке.
Ну что, погнали. Вид Зерглинг готов к улучшению. На принадлежащей Доминиону планете обнаружена уникальная эссенция. Получить эссенцию, адаптировать зерглингов, уничтожить форпост Доминиона. Поехали. Привет, демон. Вот. Я со своего АК играю просто на Америке. Голосовалку здесь я уж точно пилить не буду. Здесь я буду выбирать то, что эффективно. Хотя я никогда не брал тройных лингов, я помню, потому что, ну, это не очень, как бы. Вот это вот другая тема, просто в тысячу планета раз эффективнее, Калис. Как по мне. Хотя, может, я и не прав, конечно, посмотрим. Вот это вот. Форпост Доминиона в скалах над долиной, вне зоны досягаемости. Требуется адаптация. Местные караки атакуют жертву в прыжке. Поглотить карака, получить эссенцию, внедрить в генетическую структуру зерглингов. Ассимилировав эссенцию, Рой сможет атаковать форпост. Эссенция получена. В генную структуру зерглингов добавлен новый фрагмент. Усиленные зерглинги готовы к бою. Что ж, посмотрим на них в деле. Доставляю дополнительных зерглингов. Рапторы прыгают по направлению к противнику. Преодолевают утесы. Ну вот, вот это вот. Наши войска атакованы. Форпост уничтожен. Следующий подвид готов к тестированию. Астрид 3. Дикая стая зергов. У инкубаторов выработался уникальный механизм адаптации. Сверхбыстрое порождение зерглингов. Я беру базу под контроль. Пользователь Темпос подчеркивание Тейлс активировал премиум на ваш канал. На планете обнаружены войска Доминиона. Направляются к базе. Абатур, быстрее! Выведен новый вид. Сворлинг. Готов к производству. Сворлинги. Быстрое развитие. Рождаются трое из одного кокона. Численное преимущество над противником. Слишком много сил. Войска Доминиона наступают. Создайте сворлингов. Ну вот этих очень они много, но... уничтожены. Нужно произвести больше зерглингов. Разрушить базу. Предыдущий вариант в плане прохождения, по-моему, круче гораздо. Тор жгёт. Войска Доминиона разгромлены. Испытания сворлингов завершены. Тогда стреляйте повсюду. Нужно подготовить генетический материал для адаптации Роя. Спасибо за подписку на премиум, ребят. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Ну что? Жду решения. Что я вам могу сказать? Вот с этими я миллиард раз играл лингами.
Хотя они вот реально как бы в тысячу раз лучше, чем эти. Я думаю, что надо попробовать вот эту тему сделать. Да, выбираю, короче, этих ребят. Ну, тех я много раз проходил. И в прошлый раз, когда я кампанию проходил, к охотству ходил, я тоже ими проходил. Логично, что сейчас надо этими пройти. Хотя, мне кажется, в некоторых миссиях из-за этого будет тяжелее. Но зато интереснее. Я хочу заглянуть в твою память, Абатур, чтобы понять, почему при виде тебя я каждый раз ощущаю злость. Воспоминания излишние, ненужная информация. Я прочитала твою память. Именно ты создал королеву клинков. Твои лапы поместили меня в Хризалиду. Хрупкая и податливая. Ломал кости, рвал плоть. Улучшил тело. Ошибка была сейчас. Если бы ты не играл такую важную роль в моих планах, я прикончила бы тебя прямо сейчас. Не понимаю. Какой-то гидралом, кстати, интересный, вот не пользовался такой темой. Здоровье на 20 единиц, 25% стоит. Так, дальность атаки увеличивается до 6. Ну, без рейнджа гидра не гидра, поэтому рейндж, конечно же. Хотя, может, что-то там имбови, я не знаю. Как говорится, в рот чихпых. Разведчики обнаружили большой корабль протосов на другой стороне Луны. Межзвездный корабль, на котором они сюда прилетели. Он не готов к запуску, но протосы все равно запустят его раньше, чем мы до него доберемся. У них всегда есть запасной план. Но я была готова к такому повороту. Тебе не обязательно так поступать. Ты можешь просто улететь с этой Луны. До того, как за тобой придет Золотая Армада. Я не могу убегать. Наконец-то я это поняла. Мои враги последуют за мной, куда бы я ни направилась. Мне остается только сражаться. Значит, мира между нами не будет никогда. Мира. Ну что, все вроде везде все сделал, да? Протосы запустили корабль с темной стороны Калдира. Мы еще ощущаем его присутствие, но время уже на исходе. Один из ваших кораблей покинул планету. Значит, тебе осталось только дождаться прихода Золотой Армады. Ты умрешь быстро. Прости. За что? За то, что убиваешь мой народ? За то, что должна сделать. Твои друзья на корабле знают, что кто-то остался здесь. Они чувствуют твое присутствие. Нет. Но они не могут телепортировать тебя к себе, потому что я блокирую их способности. Нет. Нет. Но если я сниму защиту... Нет, не телепортируйте меня! Нет! Ты позволила протосам забрать ее? Она станет их смертью. Файтинг подчеркивание Фрейм поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помеч, хорошего стрима. Я здесь, ребят.
Fighting Frame, спасибо, помощь хорошего стрима, вижу. Стрим хороший будет на Близконе. Да и сейчас тоже. Вот это, кстати, прикольная миссия такая, на контроль разные кнопки жать просто туда-сюда. Да я бы не сказал, что это прям дикий контроль. Tempus Telis, спасибо за подарок. А чё не говорит баба-то? Я должна предупредить тамплиеров. Давай. Слушай внимательно. На этом корабле тебя ждет множество опасностей. Будь осторожна и выполняй мои команды. Ты будешь поглощать врагов и расти. Тебе надо заразить этот корабль и убить всех протосов до единого. Ну тут туповатые какие-то протосы на этом корабле, блин. Такую хрень не могли остановить. А теперь ступай и породи потомство. Зелот. Что за шум? Волк лает. Он ушел. Убей своего хозяина и двигайся дальше. Часовой, спрячься за домовой завесой и подожди, пока он скроется. Обнаружил эскейт сервер. Приоритетные задачи установлены. Остальные задачи отменены. Начинаю патрулирование. Мимо этих зелотов тебе не пробраться. Заберись в Урсадона и убей их. Это Мурсадоне паразит Зерга! Протосы считают, что некоторые животные на корабле заражены вирусом Зерга. Они даже не представляют, с чем им предстоит столкнуться. Всех привет, ребят. Если мне что-то нужно знать, ачивки пишите. Стать матерью стаи. Оп. 75 единиц биомасса. Тут тебя никто не увидит. Мутируй. Расти. Эссенцию больше не говорили. Этот корабль сгорит. По славу Роя! Тебя зовут Неадра. Твоя цель — породить потомство и уничтожить протосов. Убей их всех. Я живу, чтобы служить тебе. Нужно о, кстати, вот за вот эту, кстати, королеву три линга имбовой, например. Получается, что так. Стаю. А корабль проникли зерги! Воины, убейте их! Славу Роя! Наше время пришло! Этот корабль сгорит! Несомненно! Да, сломите их защиту! Рой ничто не остановит! Охота продолжается! Решили зафотонить. Не катит, не катит. Потонить надо уметь, надо кожу звать было. Или соса хотя бы. Ну, сос там за штук, за 100 штук баксов борется сегодня, мы посмотрим это. По этой трубе вперед, лаву Роя, мы повинуемся. Пропустил медведя? Где я его пропустил? А, вот он, медвежара, какой стоит, короче, как я его пропустил, поехали. Несомненно. Псионный щит. Он получает энергию от расположенного неподалеку механизма. Да все, найди, понял про медведя. Найди его и уничтожь. Мы соскочили. Я стала слишком велика для этих шахт, но мои зерглинги без труда в них заберутся. Тот механизм питает щит. Мы соскучились по бою. Щит больше не преграждает мне путь. Вперед! В этой части корабля чувствуется сильное энергетическое поле. С чем это связано? Веди мою ставку!
охота продолжается. Не сама. Я чувствую энергию. Ты нашла прыжковый двигатель. Уничтожь его, и этот корабль никогда не доберется до Шакуроса. Время пришло. Веди мою стаку. Я грабля. Щит отключен. Теперь я уничтожу прыжковый двигатель. Мы соскучились. Веди мою стаю. Наши войска. Вам не сдержать, Рой. Тревога. Обнаружено повреждение прыжкового двигателя. Немедленно эвакуируйтесь. Остановить их! Зерги не должны добраться до стазисных камер. Сейчас развалю сначала упырьков. Наше время пришло. Во славу Роя. Ставим хитрые, что ли? Самое, я не понял. Этот корабль сгорит. Да. Взрывы утихли. Подожди тут. Я чувствую возмущение энергии в следующем отсеке. Авария. Отказал источник энергии. Вывожу воинов из состояния стазиса. Я не Абля. Не соскучились по бою. Как пожелаешь. Несомненно, я жду приказа. Ниадра, пора эволюционировать дальше. От этого зависит рост твоей стаи. Во славу Роя! Уничтожить образцы! Нельзя дать зергам их поглотить! Убейте протосских воинов! Нам нужна эта биомасса! Наше время пришло! Этот корабль сгорит! Как пожелаешь! Несомненно! Во славу Роя! Так, биомасса! Да, моя королева! Продолжается. Веди мою стаю. Этот корабль горит. Я не Абра. Как пожелаешь. Несомненно. Мы повинуемся. Я жду приказов. Так, ну вот линги вот здесь, вот по три линга имбу. Я чувствую, что мне даже легче, чем вот с обычными теми проходить, но... Так, я не понял, почему у меня одни линги призываются, а где мои роучи? А, то есть можно лингов вместо роучей призвать, что ли, даже. А я думал, всего по отдельности. Даже странно как-то. Тебе надо перейти на следующую ступень. Скоро тебя ждет последний бой. Нельзя дать им убить Урсадона! Мы соскучились, папу. Я жду приказа. Веди мою стаю. Охота продолжай. Этот Урсадон мой.
Давай, нужно убить этих протосов. Мы повинуемся. Ясно. Протосы собрали большой отряд. Подготовься к атаке. Я не Абра. Моя королева. Наше время. Ой, я не то нажал, ребят. Я вглотить нажал, хотел им прыгнуть. Ну, без Урсадона будем убивать, что поделаешь. Больше этот корабль не продержится. Готовьте спасательные капсулы. Уничтожь спасательные капсулы, пока их не запустили. Протосы не должны доставить весть на Шакурос. Там за Урсадона ачивок нет никаких, чтобы им всех затоптать, всех там. Они начали готовить к вылету новые спасательные капсулы. Уничтожить их! Враги не страшат меня, ибо со мной вся сила Кхалы. Да, моя королева. У нас мало времени. Нужно уничтожить спасательные капсулы. Мы не уйдем в пустоту без боя. Наше время пришло. Оп, там трилингов стоят еще забытые. Нас никому не победить! Мы пожертвуем своими жизнями ради Кхалы! Конечно, пожертвуете! Мы соскучились по бою! Желаешь. 15 тел Урсадоном. Да хрен с ним с Урсадоном. Сопутствующие потери. Урсадон бесславный оказался, он просто, ну. Пацаны хотели есть и решили Урсадона, ну, просто похавать им, короче. Ачивки ему еще какие-то получать. Вы что, вы думаете? Моя королева. Моя королева, ты слышишь меня? Мы остались одни. Королева Клинков поставила перед нами одну цель. Уничтожить протосов. Мы должны быть готовы. Мы снова будем служить. Что за дополнительные задачи? Короче, погнали дальше. Обратного пути нет. Я не понимаю тебя. Протосы никогда не простят мне того, что я сделала здесь. И если у них поубавилось страха, когда я стала человеком, то теперь они снова начнут бояться меня. Но я не буду ждать, когда они придут за мной. Я ударю первой. Левиафан может по твоему приказу совершить перелет к другой планете. Так, надо базарить сначала. Дело сделано. Золотая армада никогда не узнает, что мы здесь были. Хорошо, что этого протоса больше тут нет. Было сложно терпеть ее псионное присутствие. Она умерла, пытаясь спасти своих друзей. Достойная смерть. Какая разница, как она умерла? Я убью любого, вставшего на моем пути.
Но это не значит, что мне нравится убивать. Неужели даже смерть Арктура Менгска не принесет тебе удовольствия, королева? Хватит разговоров, Иша. Так. Левелов не прибавилось пока. Здесь всего один был. Ты поместила паразита в тело Протоса. Да. И что? Умно. Предусмотрительно. Протосов нельзя заразить, но можно внедрить чужеродный организм. Да, Бердун, может быть, флот и будет Скейган. Какая-то битва это у Протосов. Я его создала. Не только ты можешь манипулировать генами. Неожиданно. Продолжу работу. Ну, на самом-то деле... Ты поместила? Да. Этот... Подвид таракан готов к улучшению. Обнаружен исследовательский комплекс протосов. Кириган же вселенную их поддерживал. Полезны для Роя. Нужно уничтожить протосов. Типа, получить только результаты чем спасти? Экспериментов. Улучшить Рой. Роучи появляются. Сколько у нас время? 20:20 до 10 часов еще. Все, мне надо будет чарликом сходить. Ну, я думаю, что это уже между в паузе Близкона там сделаю. Вот. Ну, жизни, может быть, спасти, там хрен знает. Не знаю я, как там что да как. Планета Кантор. Обнаружена секретная база протосов. Много подопытных образцов. Захваченная многоножка – опасный паразит. Что ж, почему бы нам не дать ей порезвиться? Паразиты внедряются в хозяина, затем вырываются из его трупа. Эссенция должна достаться нам, не Протосам. По всем объектам, которые видишь Левиафана, это когда это, я не понял, надо сделать. Эссенция получена. Интегрирую генетический код паразита. Эссенция. Подвид-трубовик вживляет труплинга паразита. Вылезает из вражеского трупа. Вперед. Эссенция. Не щадите никого. Где там? Кто есть-то? Погнали, не щадить-то уже. Зерги! Пусть труплинги первыми атакуют противника. Нормально наплодилось, товарищи этих с этим. Протосы уничтожены. Эссенция многоножки получена. Здесь мурлоки. Пропустил, ребят, не увидел, как вы пишете мне. Планета Мелус 4. Среда стимулирует эволюционное развитие. В прудах развиваются микроорганизмы.
Поколения тараканов поглощали жидкость. Дисфункция органов. Погибали. Выжившие адаптировались, вступили в симбиоз. Новый подвид кислот готов к бою. Я чувствую присутствие протосов. Посмотрим, каковы эти новые тараканы в бою. Пещера кристаллов слева. Подвид с какого кислот. Лева? Едкая слюна покрывает противника, замедляет движение, замедляет атаку. Угу. Кто такая Мэй? Кто такой Алмаз? Кто такой Оникс? Я, честно говоря, не знаю, ребят, кто это, но... А убить-то нельзя? Нельзя. Не только люди, но и собаки. Механизмы не работают. Не могу атаковать. Нужно сосредоточиться. Контроль, ребят. Контроль. Подвид кислот готов. Протосы уничтожены. Нужно подготовить генетический код. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Ну что, ребят, вот с этими имбовыми просто они невероятные имбовые. Я тысячу раз проходил, потому что они скорость атаки на 75 снижают. Это вот бредятинка, конечно, но с другой стороны прикольно. Ну а так как я прохожу эволюция по необычному пути, поехали. Понял, ребят, что непонятно, кто там стоял. Ну что, перелет. Вам летим. Ох, Зератул прилетел. Я помню. Базарить будем сейчас. Зератул. Thank you.
Что тебе нужно? Поверь. Керриган, я был там, где все началось. Перед тобой Зерус, родная планета зергов. Именно тут Темный нашел их и изменил. А еще остались истинные, изначальные зерги. Они сражаются. Убивают. Эволюционируют. Тот же путь предстоит и тебе, если выживешь. Короче, дал Зератул себя маленько побить, чтобы схватить Керриган за башку. И вот ей в паре. Зератул-то какой-то вот типчик опасный на самом деле. Может, он и есть вообще, потому что он тому сказал, и Керриган сказал, все в итоге под его дудку пляшут. Какой-то, блин, Зератул вообще. Вот. Многоходовочка, короче, ребят. От Зератула. Вот. Ну что, наверное, чар надо перед Зерусом. Ну давайте, ладно, раз голосовалки, давайте голоснем. Куда? Чар или Зерус? Голосуем. Зератул Владимирович. Возможно, возможно. Так. Голосовалка. Что у нас? 59% чар, 41% Зерус. Ну, тут все очевидно. На чар идем. Привет всем, ребят. Чар долго служил главным ульем Роя в секторе Капрулу. За контроль над планетой сражаются силы тиранов и зергов. Чтобы объединить разобщенный рой, тебе придется завоевать чар. Так, Бразер пишет, если на Зерус сначала лететь, то другой мультик на чаре будет. Ну, кстати, интересно, может на Зерус-то полететь все-таки? Вот. В прошлый раз я чар точно проходил другой мультик. А что там вообще за мультик, я не помню. А, там Ворфилда как убивают, что ли? Давайте, короче. Переголосуем, короче. Голосуем. Я не знал таких обстоятельств, тогда я хочу лететь на Зерус. Пилю заново голосовалку. Вот, раз другой мультик люди говорят. Честно говоря, я не в курсе был таких вещей. Да, короче, все за Зерус теперь. Ну, давайте полетим. Зерус. Родной мир зергов. Он находится далеко за пределами сектора Капру. Керриган, ты должна отправиться на эту землю. Чувачевскую, я понял. Уже тебя. Изучить ее тайны и впитать ее силу. Ну, я не видел в Керриган форме зерга. Погнали.
Вот тут, честно говоря, вот эта часть компании мне вот как-то вот, я не знаю, кто это придумывал, просто вот это вот все вот это вот. Перебор, по-моему. Сила Зеруса привела тебя сюда. Меня привело желание увидеть, как умрет Менгск. А зерги помогут мне уничтожить Кархал. Ты должна дать Зерусу изменить себя. Приближается великая битва, и у тебя осталось мало времени. Я ничего никому не должна. Твои пророчества не для меня. Но ты сделаешь все, чтобы отомстить. Все. Этого достаточно. После всех кампаний СК, ну так лот вводит, будем новую, а потом уже видно, что там турниры дальше будут, все, что угодно будет, вот. Ну что, здесь, так, эволюционный отсек. Что ты думаешь об изначальных зергах? Динамичные. Разнообразное, интересное, беспорядочное, бесперспективное. А я думала, они тебе понравятся. Постоянное развитие ради убийства других. Изначальные зерги хорошо реагируют, импровизируют. Есть хорошие гены, можно заимствовать. Зерги роя эффективные, с продуманным развитием, доминирующие. Все. Я смотрю на Зеру с глазами моих надзирателей. Изначальные зерги невероятны. Кажется, они не стареют. Все живые существа стареют. Даже зерги. Но они поглощают чужую эссенцию. Постоянно эволюционируют. И не умирают. На какой прохожу? Если ну, ответ здесь очевиден, я думаю. Другие изначальные зерги. Верно. Самые опытные охотники среди них должны быть невероятно старыми. И невероятно опасными. Почему ты помогаешь мне? Ты должен ненавидеть меня больше всех. Зелнага желают, чтобы ты вновь возглавила рой. Ты знаешь, я не верю в твои пророчества. Неважно, веришь ты или нет. Я служу высшей цели и заработал ненависть протосов. Избавь меня от этих жалостливых речей, Зератул. Каждый сам делает свой выбор. Я смирился с этим. И когда наши дела будут закончены, я вернусь к своему народу и предстану перед судом. Все мы однажды ответим за свои дела. Думаю, твой час почти настал. Ну что, базарнули маленько. Выкладываю на Гудгейме всего да есть. Недовольны нашим присутствием. Они собираются в отряды, готовясь уничтожить нас. Поехали, что-то долго начинаем. Я чувствую здесь присутствие чужого сознания. Оно спит? Древний. Изначальный зерг, заставший создание сверхразума. Ты хочешь, чтобы я пробудила его, верно? Если ты хочешь получить силу Зеруса, тебе понадобится помощь древнего. Моя королева, рядом собираются враждебные изначальные зерги. Они намерены атаковать нас. Они хотят остановить тебя, не дать поговорить с древним. Что ты будешь делать? То, чего мои враги больше всего боятся. Как всегда. Ты встала на верный путь и больше не нуждаешься в моих указаниях. Мы больше не увидимся.
Зератул сматывает удочки. Зассал, думаете, Зератул? Да не, он куда. Хитрее, хитрый какой-то, чтобы братишка. Убить это существо, мы должны накормить его. Сколько биомассы? Проходил пролог воду, конечно. А затем направить рабочих к трупам, чтобы они собрали мясо. Закончив добычу биомассы, рабочие отнесут ее к древнему. Как хорошо лежишь, я тебя понял. Обращаться к оскверненным зергам. Вы на моей территории. Мы поглотим вашу плоть. Тревога. Большая группа летающих изначальных зергов собирается напасть на улей. Муталиски воссозданы. Готовы к бою. А ведь бомбиратов о воздух стреляют. Поблизости собирается большая стая изначальных зергов. Они наверняка нападут на нас. Пусть попробуют. Рой жаждет. Да. Наша первая цель — это стая иглобразов. Вперед! Выкладывай. Нет, наша первая цель — это вторая баска. Я слушаю тебя. Вперед. Тебя никто не выкладывай. Роев, я слушаю. Да. Что теперь? Говори. Рабочий может добыть биомассу иглобраза, но это медленный процесс, и в ходе его рабочий будет уязвим. Нужно защищать его на случай нападения. Нам нужно как можно скорее получить биомассу. Тебе. Да, тебя никто не спрашивал. Так, что за хрень-то, я не понял. Добыча завершена. Биомасса направлена древнему. Пшук. Рой жаждет крови. Биомасса поглощена. Чтобы пробудиться, древнему потребуется еще. Значит, нужно найти других иглобразов. Естественно, этому жюри Бобби нужно еще. Что теперь? Иглобразы обнаружены. Нам нужно торопиться, если мы хотим завладеть этим мясом. Так, раскачка идет вовсю. Обороны пока, я думаю, точно хватит. Так что все окей. Грейдоса скоро запилю. Минералов здесь 7. Так, здесь еще дрон один лишний.
Выкладывай. Рой жар. Рой жар. Спасибо за подсказку, да. Да. По 4 рабочих. Вижу, вижу. Все дела. Я сокрушу. Рой жаждет. О, халявное озеро, кстати. Это круто. Нельзя, чтобы она пробудила древнего. Уничтожить мясо. Оно не должно достаться ей. Мы должны остановить их. Нужно перехватывать их атакующие отряды. Тебя никто не спросит. Тушу иглобраза хотят уничтожить. Выкладывай. Никому не справиться с Роем. Я слушаю тебя. Что теперь? Не слава я так. Я слушаю тебя. Что теперь? Выкладывай. Да. Говори. Да. Покончим с этим. Что теперь? Тебя не... Да? Тебя никто... Ясно. Улучшение. Рой не знает усталости. Тебя никто... Приближаются изначальные зерги. Надо защитить рабочего. Теперь наш рабочий подвергся нападению. Не успели. Нападению. Мы должны защищать его, чтобы он смог доставить биомассу. Что теперь? Выкладывай. Я иду. Да. Я слушаю. Говори скорее. Да. Выкладывай. Стая Брашка атакует нашего рабочего. Говори. Да кто там все атакует, кто пока я ушел? Что теперь? Выкладывай. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглобраза. Я чувствую поблизости какой-то объект. Он слишком мал для изначальных зергов. Омуты эссенции изначальных зергов. Сильный генетический код. Подобраться ближе, впитать эссенцию, улучшить способности. Я иду. Опасно заниматься одновременно более чем одной тушей. Изначальные зерги будут атаковать нас. Ты наглеешь! Скоро тебе конец! Я слушаю тебя. Покончим с этим. Тебя не... Я становлюсь сильнее. Должно быть, Зератул говорил именно об этом. Твое высокомерие невозможно! Зерус поглотит тебя! Да. Говори скорее. Я слушаю. Рой жаждет крови. Улучшение завершено. Тебя не... Говори... Рой жаждет. Так, древнего прикармливаем маленечко. Я слушаю. Ну да, нужно все собрать, единственное. Я слушаю тебя. Говори скорее. Я сокрушу любые. Говори скорее. Я слушаю. Выкладывай. Что теперь? Что теперь? Тебя никто не спрашивал. Я слушаю тебя. Я иду.
Так, здесь все собираем помаленечку. Душу иглообраза хотят уничтожить. Наши войска атакованы. Ронит. Рой жаждет крови. Улучшение завершено. Да. У нас мало. Что теперь? Я слушаю тебя. Атакованы. Что теперь? Говори скорее. Выкладывай. Рой жаждет крови. Тебя никто не... Это мой мир. Что теперь? Выкладывай. Тут я слушаю тебя. Быкует-то все. Выкладывай. Прошу. Говори скорее. Да. Выкладывай. Улучшение завершено. Говори. Да. Что так, теперь? Пока иглообразов не трогаем, надо найти, где все эти живут. Изначальный организм функционирует подобно улью, порождает зергов. Рекомендуется аннигиляция. Я иду. Это мой мир. Рой не знает усталости. Я... Что теперь? Да. Месторождениями наши войска атакованы. Рой жаждет крови. Я слушаю тебя. Выкладывай. Так, здесь иглообраз. Рой жаждет крови. Да хака, ты куда, братишка, пошел? Стой. У нас мало времени. Рой жаждет крови. Хитрец, а? Я слушаю тебя. Тебя никто не спрашивал. Блин, это такой. Изначальные зерги пытаются уничтожить тушу иглообраза. Наши войска атакованы. Да. У нас мало времени. Месторождение минералов выработано. Я где-то здесь тебя. База, наверное, да? Что тебе? Говори, что... Месторождение выработано. Я иду. Мы столкнулись с противником. Тебя выкладывай. Я слушаю тебя. Тебя никто не спрашивал. Стал. Да. У нас мало времени. Говори скорее. Я... Что теперь? Я слушаю. В этой эссенции столько жизненной силы. Мне нравится. Мута имбов тупой нуб. Покончим. Как вы поняли. Выкладывай. Что теперь? Наши войска атакованы. Выкладывай. Рони, Рони. У нас мало. Выкладывай. Улучшение завершено. Месторождение нашего сна атакует окуманный. Говори скорее. Как же долго. Сюда идти. Черт побери. Тебя никто не спрашивал. Я сокрушу. Говори хоть скорее. Хоть ему уто имба. Рой жаждет крови. Говори скорее. Говори скорее. Да? Я... Тебя никто не спрашивал. Наши войска атакованы. Выкладывай. Месторождение минералов выработано. Что теперь? Улучшение завершено. Покончим с этим. Это мой мир. Говори скорее. А из всех их благоразов вальнуть, может, это тоже ачивка какая-нибудь, я не знаю. Да. Что теперь? Да хака, стой, братишка, вот опять. Тебя никто не спрашивает. Щемишься-то, не будем бить, не будем тебя. Я слушаю тебя. Боится пока, нет. У нас мало времени.
теперь? Скоро да. Приручим. Что теперь, Чикай? Да. Рой жаждет крови. Выкладывай. Я слушаю тебя. Да? Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Это выкладывай. Мы столкнулись с противником. Оп, да ну. Месторождение минералов. Хорош меня бить-то. Ну ладно. Так, раз, два, три. Раз. Два. Месторождение минералов выработано. Сюда четвертого ведем. Наши рабочие атакованы. Кто тут бегает-то? Оп. Ультралиск изначальный, ё-моё. Ну, это жир, это жир. Тебе меня не хватало? Я слушаю тебя. Месторождение минералов выработано. Выкладывай. Ройни, я... Стая Бракка атакует нашего. Нет, так одновременно столько не стоит брать, потому что... Да, выкладывай. Я слушаю тебя. Тебя никто не спрашивал. Виспеновый гейзер иссяк. Наши войска... Атакованный. Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Это войска атакованы. Мы столкнулись с противником. Рой жаждет крови. Тебя никто не спрашивал. Что теперь? Это мой. Стая Бракка атакует нашего рабочего. Мы собрали половину от необходимого для пробуждения древнего объема биомассы. Рой жаждет крови. Все эти уродцы летят, блин. Я... Что теперь? Да? Никому не справиться с Роем. Ну все, два осталось как раз. Говори скорее. Это глобразы остались. Одна группа. Тебя никто не спрашивал. Рой жаждет крови. Выкладывай. Я иду. Мы почти закончили. Что теперь? Зерги Бракка пытаются уничтожить тушу иглообраза. Выкладывай. Я сокрушу любые преграды. Что теперь? Да. Я иду. Хватит, оскверненные зерги! Я убью вас сам! Защищайте улей! Крутой, крутой. Сейчас на меня будет бык конкретный пыжить. Твои пустоголовые слуги ничто в сравнении с изначальными зергами. Что?
работать. Сейчас посмотрим, как ты втянешь. Это сколько? 3 раза по 24, это 72. Плюс 8. Как ты 80 муталисков сейчас тянешь? Посмотрим, братишка. Тебя никто не... Кстати, он сплэшем бьет, по-моему, не? Что теперь? Виспеновый гейзер иссяк. Я слушаю тебя. Что... Да? Ну, Макрич, ты, конечно, крутой парень, но слишком ты не нужен. Надо получше сплетануть, что было. А чё он смеется? Бычок. Сила Зеруса. Я пожертвую всем, чтобы добиться своего. Ты поможешь мне. Твой рой отмечен знаком Амуна, падшего Зелнага, пришедшего на Зерус много лет назад. Он превратил зергов в свое оружие и забрал их отсюда. Но некоторые из нас... скрылись. Наша численность росла. Наша раса оставалась чистой. Если ты ищешь силы, ты сама должна стать изначальным зергом. Ты должна стать чистой. Ну, рабочих, да, это я там, нужно просто по очереди собирать, я что-то пожил там слишком. Поехали дальше. Так, эволюционный отсек. Изначальные зерги недопустимо. Нужно искоренить, уничтожить всех. О чем ты говоришь? Ты видела изначальных зергов дальнего боя? Выведены из гидролисков. Изначальные зерги крадут гены Роя. Рой на планете часы и дни. Его уже копируют. Абатур, ты расстроен? Недопустимо. Сила Роя – способность заимствовать все лучшее. Изначальные зерги не должны получить нашу силу. Не волнуйся на этот счет. Скоро они будут на нашей стороне. Вода. Вообще, мне друга 30 лет сегодня он отмечает, как бы, но так как близко он, я с вами здесь и сейчас. Так что не надо тут ля-ля. Нервировать меня лишний раз. Так, отсюда выходим. По левелам еще пока нет. Моя королева, зачем мы разбудили древнего? Его сила превосходит даже твою. Древний — это ключ к силе Зеруса. А мне нужна эта сила. Но он может убить нас. Это называется идти на риск. То, что делают тираны, когда чувствуют, что наступил подходящий момент. Понятно. Так же, как тиран по имени Джеймс Рейнер прилетел на чар, чтобы вернуть тебе прежний облик. Да, именно. Но когда идешь на риск, Иша... то порой проигрываешь. Так, муталиски появились, да? Да.
Ну это как поля протосовские. До 6 целей, офигеть. Конечно же, вот так вот мы делаем. Поехали. Естественно, я буду стримить BlizzCon, но никаких сверхусилий не потребуется, как в прошлый раз. В прошлый стрим был 15 часов. Вот. У тебя есть вопросы. Ну, та было 8 по 5, а сейчас будет 4 всего лишь на BlizzCon, так что все нормально. Он хотел получить нашу способность поглощать эссенцию, но мы были независимыми, не повиновались ему. Поэтому он подчинил зергов единой воле. Они утратили индивидуальность, стали рабами. Значит, скверна — это общий разум? Да. Для изначальных зергов такая судьба подобна смерти. Так. Отправляйся на место рождения зергов. Там ты пройдешь испытания. Сейчас начну задание, а потом перезвоню. Позвоню, мне звонят. Но если ярость сделает тебя достаточно сильной, сила Зяруса будет твоей. Так, возвращаюсь к вам. Ты пришла сюда в поисках силы. Гэрриган ничего еще не открылось пока. Она нужна мне, чтобы убить Менгска. Скажи, что я должна сделать. Так. Сила, которую ты ищешь, гораздо древнее меня. Она не дается просто так. Чем ты готова пожертвовать ради своей мести? Всем. Ты ведь чувствуешь силу. Она взывает к тебе. Иди же. Изначальные зерги узнали о твоем прибытии. Они движутся к тебе. Абатур, пришли мне то новое существо, над которым ты работаешь. Роевика. Выведен с использованием изначальной эссенции. Порождается ранчидов. Изначальные зерги нападают. Чтобы атаковать, Рейвик должен окопаться. Так, прошу прощения. Поехали. Вот и они. Я слушаю тебя. Я сокрушу любые преграды. Вперед! У нас мало времени. Ронни. Войска изначальных зергов уничтожены. Путь свободен. Да, Рон. Тебя никто не... Ты уже близко. Приближается момент истины. Скоро мы узнаем, достаточно ли сильна твоя ненависть. Это Омут.
Изначально. Спасибо, Кэп. Рождения. Он существует с незапамятных времен. Именно здесь впервые возникли зерги. Внутри него единая эссенция разделилась на несколько. Одна поглотила другую и стала сильнее. Стала первым зергом. Ты получишь силу, но потеряешь себя. Эволюционируй, обрети новую. Нет, дропов нету. Все нормально, если лагает, видимо, там у вас какие-то там проблемы на стороне. Рекомендация: избегать омута. Каталитическая жидкость погубит тело королевы. Оно недостаточно сильное. Зато ненависть королевы достаточно сильна. И если я выживу, то стану намного сильнее, чем прежняя королева клинков. Иша, защищай Ули и Хризалиду, пока я не закончу или не погибну. Как прикажешь. Давайте развиваться-то уже. Поехали. Невыполнимая команда. Нам нужно больше роевиков. Их можно создать из личинок в инкубаторе. Нахрен нам ваши роевики, нам бы... Муткалингов побольше. Тут туша жирный бегает, его надо выцеплять будет. Пользователь Блич активировал премиум на ваш канал. Оп, смотрите, странное существо здесь. Поблизости собираются остатки войск Бракка. Они готовятся к атаке на Улей. Хитрожопый дыхака. Нам нужны роевики, споровики и плеточники у этого входа. Так, минеральцев не очень-то хватает. Ну, я думаю, что все нормально. Я чувствую, как с другой стороны водоема собирается еще одна стая изначальных зергов. Слушайте меня, ваши зерги! Вы убили брата, но его стая выжила! Я объявляю его территорию своей, как и его эссенцию! Эссенцию. Ну ладно, раз эссенцию, тогда окей. А, они друг с другом тут лепятся. Стаи изначальных зергов вступили в бой друг с другом. Мы не можем отвлекаться от защиты Хризалиды. Улучшение завершено.
Взываю к вам, падшие зерги! Ваша предводительница спит и уже не проснется! Моя стая будет убиваться вашей эссенцией! Блин, тут женычка в натуре есть. Ё-моё! Стая Ягдры собирается атаковать наш улей. Приготовиться к обороне. Так. Существо Иша. Важное наблюдение. Изначальная эссенция концентрируется в омуте. Можно использовать. Создавать стаи саранчидов. Защищать улей от атак. Приближается еще одна волна изначальных зергов. Нужно породить саранчидов. Лич поддержал ваш канал на сумму 400 рублей ровно. Смотрю тебя с 2011 года. Спасибо за твои стримы. Спасибо тебе, Лич. Мне вообще все развалить, этот ультралис долбанный решил. Говнюк, ё-моё. Ягдра послал в атаку на Хризалиду стаю летающих зергов. Атакует улей. Так, уйдем сюда. Здесь у меня есть порка. Так минералов-то не хватает. Тут надо пробраться вот сюда вот. Во, вот он. Я чувствую рядом присутствие огромного изначального зерга. Похоже, он дикий. Тиранозор. Я тоже дикий. Дикий. Подруга. Неимоверная физическая сила. Полезная эссенция. Нужно получить. Сейчас это разберемся, возможно, кто из нас самый дикий. Нам придется пройти через зону конфликта между стаями Брака и Ягдры. Он поет там просто, что он дикий мужчина. Сразу две атаки. Враг
ловит улей. Тут уродцы-то полетели куда? Улучшение завершено. Мрак атакует улей. Хризалиду атакуют. Можно породить саранчидов, отбить атаку. Не надо ничего порождать. Превращение нашей королевы наполовину завершено. Держите оборону. Не-не, олимги имбовые здесь, они про какие-то хризалиды говорят. Начальным зергам постоянно прибывает подкрепление. Мы должны попытаться обойти их. Оп. Ну что, жирный, готов побиться? Не готов был. Ген Тираннозора получен. Продолжу исследование эссенции изначальных зергов. Хризалиду атакуют. Избыток эссенции. Возможность создать саранчидов. Так. Да я тут уже могу и все линии завалить, и вот этих всех завалить, на самом деле, пойти. Еще по одну базу, если была, то вообще было точно так. Кстати, вот эти линги-то халявные, на самом деле, для некоторых миссий. Даже, наверное, больше, чем те. Первые. Тупо, потому что они при меньшем лимите больше. А ведь им еще ХП можно поставить. Не скорость бега, например. Фига, смотрите, он там лапами машет как. Бань, бах, бах. Направо-налево раздает. На тебе пару тычек клювом. Прикольный изначальный товарищ. Минут еще ждать, что так долго пойти с этими побиться, что ли, пока бесполезными. Ну что, если одну волну убить или вообще все завалить пойти? Уходим, короче. Враг атакует улей. Наши войска атакованы. Да, решил попробовать просто, ну, рубаст. Мне Ленинград в башке заиграл, что я дикий мужчина, ну.
настолько дикий, что решил просто наказать за одержимость остальных всяких диких на карте. Вот. Ну что, что-то там пробуждаться начинает. Изначальные зерги разрушают завал рядом с Хризалидой. Хризалиду атакуют. Можно породить саранчидов. Не надо ничего поражать, дать, ё-моё, сколько можно говорить. Изначальные зерги разрушили завал. Защищайте Хризалиду. Ачивка на саранчидах. Саранчидами убить. А нет, ачивки ни разу не использовать. Я не знаю, там еще нибудь такого. Сейчас я линга буду лингами халявными отбиваться здесь просто. Ты че, блин? Саранчидами 75 убить. Да это не очень тема вообще. Когда. Нужно без саранчидов проходить. Можно породить саранчидов. Моя стая сильна! Мы поглощаем! Мы добываем эссенцию! А шестерки еще живы! Добудьте их эссенцию! Убейте их! Ягдра собирает войска. Они приближаются к нашему улью. Я не понял, а что они хотят там-то? Хризалиду атакуют. Можно породить саранчидов. Атакует улей. Опа. Это косяк мой был. Прошу прощения. Надо было забить на ту базу, мне уже достаточно было. Я что-то не думал, что он так быстро упадет. Изначальные зерги разрушают завал рядом с Хризалидой. Хризалиду атакуют. Можно породить саранчидов, отбить атаку. Изначальные зерги разрушили завал. Защищайте Хризалиду. А, он тут ее бьет. Я все, я понял. Я думаю, что да, королевы, конечно же, много. Конечно же, могут поставить, лечить эту Хризалиду. Хризалиду атакуют. Я вижу, что атакуют.
можно породить сранчидов. Наши войска атакованы. Моя стая сильна! Мы поглощаем! Мы добываем эссенцию! Падшие зерги еще живы! Добудьте их эссенцию! Убейте их! Ягдра собирает войска. Они приближаются к нашему улью. Можно породить сранчидов. Так, что вайперы тут издеваются. Притягивают всех зачем-то. Наши рабочие атакованы. Можно породить саранчидов, отбить атаку. Защищайте Хризалиду. Рой победит. Ну, хорошо, что одна сторона держалась. Опа, вот так вот нельзя давать делать мне. Ни в коем случае. Не съедят, не волнуйся. Тут жестко, конечно, просто. Так, а чё здесь? 75. Не получил. Нет, здесь вообще другая. Можно использовать эту хрень, урона получила. А мне дали ачивку за то, что типа я ни разу не использовал. Такой нет, по ходу дела, вообще. Вот, ну да ладно. Поехали далее. Что по времени у нас? 21:33. Я думаю, до Близкона я успею еще, да, маленько туда, да, на этой планете что-то поделать, а может быть и все, если буду эффективно все делать. Иша, что делает изначальный зерк на моем Левиафане? Я Дихака,
тот, кто собирает. Я убиваю, беру эссенцию. Я пришел к тебе, потому что чувствую, что ты изменилась. Весь Серус чувствует это. Весь Серус боится этого. Но ты же не боишься меня, а, Дихака? От тебя исходит свет. Я буду следовать за тобой. Конечно, пока буду все матчи стримить. Ты приносишь эссенцию. Что ж, я заключала союзы на более шатких условиях. Оставайся. Вздумаешь предать меня, твоя эссенция станет моей. Да. Дехака согласен. Понял. Сейчас пока не могу. Роевик. Наземные и воздушные цели на 20% быстрее. Закапываться косвенное увлекание обнаружить без детектора. Ой, прошу прощения. Да хрен знает, я их все равно никогда не использовал. Пусть бьют всех. Вот, об Атуром поговорим. Цепочки генов изменились. Перестроены на базовом уровне. Сильнее, чем королева клинков. Генетическая структура сложная, но гармоничная. Совершенно другая. Да, я другая. Я не подчиняюсь никому. Когда артефакт Зелнага вновь сделал меня человеком, он очистил меня от влияния Амуна. А что там на Близконе-то опенинги все эти начались? Может, туда перейти или сейчас дальше проходить? Че вы там, кто следит за этим, ребят? Новый генетический материал. Или в 10 там StarCraft опенинг? Ты никогда не сможешь понять мою новую природу. Тяжело признать. Новая структура не поддается осмыслению. Вернусь к работе. От тебя исходит столько силы. Больше, чем когда-либо было у королевы клинков. Все стало по-другому. Раньше я всегда могла слышать рой, управлять им. Но сейчас я его чувствую. Я сама рой. Ну тут да, одна миссия осталась, в принципе. Ты переродилась. Теперь ты глава стаи, и сила твоя безгранична. Не, пёс, сон, я гулял, надо. Кажется, я могу раскалывать. В районе 11-12 часов гулять будет. Стань равной Амуну, который когда-то управлял тобой. Он никогда не управлял мной. Я ощущала влияние. След тьмы, которая давно отступила. Амун погиб до того, как меня заразили. Надеюсь, потому что он правда мог раскалывать планеты. New image, мафака. Планеты будем раскалывать. Присоединяться ко мне? Они камень, дерево, гора. Они встанут на пути ветра, чтобы стать сильнее. А ты? Я река. Я обойду препятствие, чтобы получить эссенцию. Теперь главы стаи ничего не могут противопоставить Рою. Они собирали эссенцию тысячи лет. Они ослеплены, но не глупы. Ладно, начинаем. Поехали. Время пришло. Пора встретиться с оставшимися главами стаи. Возьми то, что принадлежит им. Определи судьбу всех зергов. Так, ну что,
Большой он этот парень-то, конечно. Планету-то не расколоть ему, конечно, но... Керриган нельзя сейчас заапгрейдить. Закрыли. Ты должна знать своих врагов. Ягдра. Червь, извергающий кислоту, которая жжет как огонь. Здорово, Влад. Клейд огромен. Им движет ярость. Как твои дела? Герой. Силвар. Видел. Читал, видел. Ненасытная, уничтожающая все на своем пути. Убей их, и ты сможешь управлять всеми зергами. Все они отправили свои стаи атаковать рой, поэтому сейчас их защита ослаблена. Ну хорошо, что нормально. Иша, защищай Левиафан. Я сама справлюсь с главами стаи. Главное, чтобы героить больше не надо было. Что-то задолбало уже всех, походу, это. Для так. Нас нет преград. Это что такое? Моя королева. На. Новый вид. Сильный. Диабло пошла. Может прыгать на большое расстояние. Разумеется. Новая боевая способность. Так, псионный сдвиг. Быстрый рывок. Уничтожение всего живого. Мы адаптируемся. Эта реликвия принадлежала Зелнага. Содержит важ... Изначальные тараканы помогают. Сражаются со стаей Ягдры. В новом облике так, можно управлять прикопаем эссенцией, маленько таракана лечить себя и других зергов поблизости. Да. Говори. Оп. Для ну нас, тут по КД это все раз. Кастовать, я помню. Ты стоишь у меня на пути. Такое самое тебе время. Всегда был. Наша миссия продолжается. Твоя королева слушает. Забываю, по КД кастовать. Минкск будет страдать. Темно вообще, сами знаете, как где. Все так. Вокруг, моя месть свершится. Это мой мир. Разумеется. Для нас нет преград. Рой, слушай, это Влад, я. Не знаю, обычно здесь присутствует. Ну, да. Наверное, сегодня что дела на этот такие. Раз? Время пришло. Так-то постоянно. Самое время. Бывает. Наша миссия продолжается. Мы адаптируемся. Дашь КЗ. Говори. Ну, Блискон должен прийти. Хотя не твоя знаю. Королева слушает. Блискон вообще не надо пропускать. Минкск будет страдать. Моя месть. Да. Так, откуда они вылезли? Разумеется. А, понял, все. Время пришло. Что на этот раз? Для нас нет при... Минкск, говори. Что на этот раз? Все падут. Говори. Это мой. Твоя королева слушает. Я позабочусь об этом. Рой. И еще тараканы. Наша миссия еще продолжается. Тараканы. Предводительница разбитой стаи! Нет! Ты боишься меня, Ягдра? Ты ведь знал с самого начала, что у тебя нет шансов. Твое перевоплощение ничего не изменит. Скоро от тебя останется лишь обугленный след. Все равно пожит, все равно пожит. Мы адаптируемся. Да. Разумеется. Эта тварь откладывает яйца. Уничтожьте их. Все падут перед роем. Самое время. Говори, что на этот раз? Минск будет слабо страдать. Помню. Как его прям сверхэффективно убивать. Наша миссия продолжается. Помню, разумеется. Он не дико сложный вроде вот этот вот большой. Первый. Это я. Самое время.
Последний, да, вот там. Мой. Твоя так, вроде подскачет. Он что-то может. Все падут перед Роем. Я позабочусь об этом. Для нас нет преград. Разумеется. Наша миссия продолжается. Говори, что на это. Твоя королева, моя миссия. Маны не хватает постоянно. Мы адаптируемся. Стой на месте! Все падут перед Роем. Стои! Это я. Время пришло. Да. Дай ты в баню. Я позабочусь об этом. Самое время. Это... мой мир. Разумеется. Для нас нет преград. Мы адаптируемся. Наша миссия продолжается. Стой на месте! Все падут перед Роем. Я позабочусь об этом. Самое время. Я позабочусь об этом. Где этот гаденыш? Мой мир. Может быть, и засел. Слушай, не знаю, но думаю, что нет, пока еще рано. Гражданство надо, все дела. Вот. Процесс не быстрый. Москва же все-таки народ-то много хотят. Ну что, все, дальше идти надо, и что? А куда идти? Там вниз, вверх. Все падут перед Роем. Рой, это нельзя. Я. О. Наша миссия продолжается. Вниз, по-моему, идти. Мы адаптируемся. А вот моя братва стоит. Новые серьги из моей стаи. Изначальные гидролиски. Уничтожьте яйца, пока из них не вылупили зерги. Начните с самых больших. Минск будет страдать. Моя месть свершится. Что на этот раз? Твоя королева слушает. Все падут. Да, говори. Ро, время пришло. Это мой мир. Самое время. Моя... Что на этот раз? Минск будет страдать. Для нас нет. Твое время пришло. Да. В баню. Говори. Нет. Что на время пришло. Не буду заново начинать. Твоя хотя королева на такой слушает. Стадии терять не очень, на самом наша деле. Наша миссия продолжается. Самое время. Не, ну по-быстрому, да, ну там я. Что-то год, кажется, ну, быстрее должно. Не знаю, это просто уже много раз двигалось, как я понял. Мы адаптируемся. То есть там. Все падут перед пойми, короче. Для нас нет преград. Мы адаптируемся. Разумеется. Да идите вы. Я позабочусь вы, об этом. Демоны. Да. Минск будет так говорить. Твоя королева слушает. Что на этот раз? Время пришло. Моя месть. Твоя королева слушает. Для нас. Время да, пришло. Не. Что на этот раз? Это мой мир. Наша миссия продолжается. Минск будет страдать. Да. Разумеется. Да. Мы адаптируемся. Все падут перед Роем. Я позабочусь об этом. Самое время. Да это на все похоже. Диабло там. Варвар прыгает. Твоя королева. Прыжок вот его. Рой, это я. Для нас нет преград. Моя месть свершится.
Моя месть свершится. Что на этот раз? Разумеется. Это мой мир. Наши? Да. Мы адаптируемся. Самое время. Все падут перед роем. Я позабочусь об этом. Не, ну почему, Лёд, кому-то может потяжелее проходить, я не знаю. Рой, это я. Для нас нет преград. Мы адаптируемся. Рой, это я. Наша миссия продолжается. Время пришло. Что на этот раз? Твоя королева слуг. Минск будет страдать. Это... мой мир. Так, по сути, если самое просто время. Жать кнопки, на самом деле не сложно. Все здесь, но... Я позабочусь об этом. Для нас нет преград. Как бы я помню, что когда первый раз играл, проходил последнего вот этого я здесь, я сразу убил с первого раза. Но потом как-то другие разы играл, тяжелее было, ну, потому что запаривался. Разумеется. А так первый раз что-то там жал-жал и короче, убил. Я готова к бою. Все по... Я чувствую твою силу. Мне не жаль будет пролить кровь, чтобы убить тебя. Тысяча ран, разорванная плоть. Что-то я стою, туканю. Смотрю не туда. Разумеется. Рой, это... Время пришло. Мое время. Я позабочусь об этом. Да. Моя месть свершилась. Да иди ты в баню. Рой, это я. Все падут перед Роем. Для нас нет преград. Разумеется. Я сорву тебя на мелкие кусочки. Да, не думаю, так зачем. Да. Твоя королева слушает. Разрыватель, ты слабый. Разорванная плоть. Самое время. Да, моя месть свершится. Это мой мир. Наша миссия продолжается. На этот раз. Как бы особо. Прикол в том, что здесь юниты-то разумеется. Не особо нужны на самом деле. Говори. Я насыплю тебя на мелкие кусочки. Будет страдать. Твоя королева служит. Это мне не очень нравилось. Наша миссия продолжается. То есть тут Керриган достаточно одной, в принципе. Тысяча ран, разорванная плоть. Я позабочусь об этом. Самое время. Все падут перед Роем. Мы адаптируемся. Дейт идет за тобой. Нет преград. Рой, это я. Это мой мир. Я позабочусь об этом. Все падут перед Роем. Для нас нет преград. Разумеется. Тысяча ран, разорванная плоть. Позабочусь об этом. Все падут перед Роем. Это мой мир. Самое время. Мы адаптируемся. Наша миссия продолжается. Разумеется. Я позабочусь об этом. Для нас нет преград. Рой, это я. Привет, шайба. Инна с Лайфом уже сидят, я не понял, там уже BlizzCon начинается, что ли, или что? Так, ребят, сейчас я проверю кое-что, подожди. Ребят, скиньте, пожалуйста, кому, кто может на YouTube ссылочку, что в прошлый раз смотрели, потому что не факт, что будет идти, как бы.
Так, сейчас я посмотрю, что там происходит. Блин, не могу я найти сейчас. Пока что не могу что-то найти пароля. Илюха скидывал, как бы. Все, нашел я сейчас. Залогинюсь на всякий случай на Battle.net. А вот, залогинился уже. Так, скиньте ссылку. Спасибо за YouTube, спасибо за Battle.net. Все перекину. Короче, ребят, я все открыл, маякните мне, когда там все это все дело начнется. Я пошел дальше. Мы адаптируемся. Моя стая прибыла. Она сокрушит твоих врагов. Так, здесь же где-то ачивка. Моя месть свершит. Говори. Лежит. Я позабочусь об этом. Разумеется. Для нас нет. Эти существа взорвутся, как только почувствуют тебя. Страдать. Эллариан поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно. Снова помидорки на вкусняшки. Спасибо, Эллариан. Савазавр льет кислотой. Убей его скорее. Время пришло. Да, ну что я делаю-то? Сейчас. Тут рядом сохранялся, я что-то туплю, надо туда к нему проходить сразу. Решила кликом ее все убить, а надо же на кнопки жать все-таки элементарно. Секретку пробежал, где я пробежал? Все падут перед роем. Мы адаптируемся. Моя стая прибыла. Она сокрушит. Здесь вроде нет. А, вон, вот здесь вот, по-моему, да? Для нас нет преград. Твоя королева слушает. Что на этот раз? А куда это здесь? Нельзя никуда. Мой мир. Сам. Наша миссия продолжается. Здесь вот что-то у нас. Я позабочусь. Эти существа взорвутся, как только почувствуют тебя. Мы адаптируемся. Самое время. А, вот, вижу. Все падут перед роем. Для нас нет преград. Я позабочусь об этом. Кровозавр льет кислотой. Убей его скорее. Да. Разумеется. Это мой. Гаунозавр, а? Наша миссия продолжается. Это мой мир. Для нас нет преград. Разумеется. Мы адаптируемся. Я позабочусь об этом. Рой, это я. Так, наша миссия продолжается. Самое время.
Мы адаптируемся. Все падут перед Роем. Твоя королева слушает. Что на этот раз? Время пришло. Моя месть сверху. Говори. Науруч там отдал. Я позабочусь об этом. Разумеется. Рой, это я. Самое время. Это мой мир. Вот я помню эти хреновины. Да. Твоя королева слушает. Для нас нет преград. Мы адаптируемся. Наша миссия продолжается. Все падут. Минск будет страдать. Наша миссия продолжается. Я позабочусь об этом. Это мой мир. Разумеется. Мы адаптируемся. Рой, это я. Самое время. Это мой мир. Самое время. Для нас нет преград. Разумеется. Так. Все падут перед Роем. Моя месть свершится. Да, время пришло. Говори. Мы здорово, Илюх. А, ты твоя куда поехал? Тут и Влад есть. Наша Минск будет страдать. Спрашиваю, куда ты пропал? Моя месть, что на этот раз? Говори. Я позабочусь об этом. Твоя королева слушает. Минск будет страдать. Твоя королева слушает. Так. Что на этот раз? Разумеется. Для нас нет преград. Наша миссия продолжается. Блин, этот завар там кислотой меня стебает. Сверху. Я позабочусь об этом. Моя месть свершится. Близкон начался? Ну-ка. Давайте близкон смотреть, ребят. Я сохраняюсь. А то как-то не очень. Выхожу из игры, делаю стоп-старт определенно.